Я сейчас позвоню в банк, возьму кредит, куплю владельцев. Здравствуйте, меня зовут Наталья, вы позвонили в Сбербанк, слушаю вас. Можно кредит взять? Для каких целей вы берете кредит? На бизнес. Продиктуйте, пожалуйста, номер карты. А в размере какой суммы вам необходим кредит? 80 тысяч. Секундочку. Хорош, прекрати. И платеж сейчас поступит на номер вашей карты. Виталия, почему ко мне пришла смс-ка, что на мое имя взять кредит 80 тысяч? Я их хочу на Майнкрафтом потратить ради админок. Каким образом ты вообще смог взять на мое имя? Ну мне бы не дали, у меня паспорта нет. Мне уже зла не хватает. Режу все провода нахрен. Да не надо, мам! Что я тебе сказала? Вырываю нахрен все! Виталик! Установи себе префикс ютубера, телепортируйтесь к Гриферу. Также ты с легкостью можешь превратиться в абсолютно любого моба. Грифер будет думать, что вы летающий ифрит. Затем вырежете им половину его сундуков. И обязательно посадите Грифера в тюрьму нашего сервера. Пускай он сидит за решеткой. Обязательно пишите от имени сервера, что в тюрьме находится Грифер. И наблюдайте, какое огромное количество игроков пришло посмотреть на этого Грифера вместе с вами. Ну и, конечно же, забаньте этого Грифера от имени канала. Пусть он увидит такую замечательную надпись. Мы специально разработали привилегию владельца сервера таким образом, чтобы вы смогли снимать анти-грифишон на нашем сервере Сержу Крафт. Вы сможете менять себе абсолютно любой префикс, превращаться в любого моба, сможете посадить даже Грифера в тюрьму. И в честь Нового года мы решили сделать огромные новогодние скидки 95%. Поэтому не пускай свои шансы, скорее снимай также анти-грифер-шоу на сервере Сержу Крафт. Дорогие друзья, я не мог упускать этот момент, я не мог упускать этот шанс. Посмотрите, здесь целое сборище, здесь куча игроков, куча людей. Я не знаю, у меня сейчас, наверное, будет лагать просто жопа, что будет происходить. Давайте ведем ГЦ, посмотрим. ТПС у нас 18 даже, нормально, ТПС тянет. Сервачок еще тянет, пытается, умудряется. Посмотрите, вся сущность в том, что здесь собрался у нас Грифер. Давайте, чтобы людей слышать, мы сами музыку сделаем. Шаги не будут, надеюсь, мешать. Но здесь, посмотрите, я аж кричу, не слышу здесь ничего. Там Грифер, посмотрите, Грифер, у него ник такой... Давайте, чтобы не материться, прочитаем его Еба и Ица. Вот такой он матный, там ебиться на самом деле. Но, вон, посмотрите, вот я сейчас приблизил его. Вот, Грифер, ебит. Там сейчас находится Грифер. И все сюда прилетели, чтобы посмотреть на этого Грифера. На самом деле посадил в тюрьму Грифер я. Только я сейчас посадил. Это был владелец сервера. Владельца сервера посадить в тюрьму нельзя, потому что это владелец сервера. Но так как я главный этого сервера, я через консольку, естественно, посадил его. Потому что он на моих глазах ровно сетнул дом. Я не стал там снимать дом какой-то, как меня гриферит и прочее еще. Это все очень трудно, долго. Я решил сразу посадить в тюрьму, чтобы игроки сами сюда пришли и охерели от того, что здесь происходит. Значит, почему сюда все пришли? Здесь у нас есть вот спавн, спавн. И у нас прямо на спавне есть такая тюрьма. Вот, тут написано целый Сержу Крафт, все такое. Здесь есть тюрьма нашего сервера. Вот, тут написано тюрьма. Здесь у нас охранники называются, они вертухай каждый. Здесь очень куча людей сейчас стоят, находятся. У нас даже здесь вахтер, который за всем этим следит. Без вахтера вообще жизнь трудна будет. Я хочу сейчас с этим Грифером попытаться связаться. Получится ли мне с ним связаться или нет, я не знаю, но мы будем пробовать. И вообще в планах, конечно, услышать, зачем он так делает, зачем он так поступает со всеми. Отобрать у него привилегию, забанить его и, ну, естественно, поглумиться над ним, поиздеваться. Может, что-то с него попросить, я не знаю. Но вон сейчас он стоит, ребята на него смотрят, вообще очень много ребят. Наша сейчас задача, самая трудная, это связаться с этим Грифером. Потому что здесь просто творится ажиотаж в чате. Вы просто смотрите, что здесь происходит в чате. Это же невозможно здесь ничего не написать, ничего. Но я не буду, наверное, это снимать, потому что это очень много времени займет. Но я попробую. Смотрите, давайте напишем. За что тебя посадили? Вон, давайте напишем, за что тебя посадили. В принципе, он, может быть, увидел, за что тебя посадили. Может быть, он ответит. Давайте прямо сейчас подождем. Посмотрим, что люди пишут. Смотрите, мама палит меня. Блин, зачем? Мама, я в Ютубе. Зачем они палят? Надеюсь, он не поймет ничего. Так, Грифер лох. Смотрите, все, началось. Они его обзывают, они его над ним издеваются и все такое. Так, ну давайте ему еще раз напишем. За что тебя посадили? И что привлечь внимание, еще вот так напишем. Может быть, он все-таки нам ответит. Я говорю, здесь снимать это можно минут 40, но я не буду вас мучить и тянуть. Наверное, я попытаюсь с ним так выйти в скайп. Если у меня не получится в скайп выйти, посмотрите, я просто не буду этот ролик выкладывать, потому что это будет бесполезно. Но здесь просто жопа творится на спавне, ребята. На сервере, в тюрьме сейчас нашу игру. А чтобы попасть в тюрьму, ребята, если вы хотите, вы просто приходите на сервер, пишите, например, Warp Jail. Вот, Warp Jail. И вас сюда телепортируют прямо к Гриферу. Прямо к Гриферу вас телепортируют, и все, в принципе, очень просто. Заходите и сажаете в тюрьму Гриферов. Так, ну он так и нам не отвечает. Давайте ему еще раз попробуем написать. Может быть, у нас все-таки получится с ним связаться. Если получится, я засниму это, дорогие мои друзья.
Дорогие друзья, все-таки удалось узнать о скайпе. Он уже ушел в чате, я не смогу вам его показать, потому что все, здесь ужас, конечно, что творится. Сейчас мы вот ему звоним, может возьмет, может нет. Но пока звоним, звоним. Может быть, он не возьмет трубочку, но мы попытаемся. До сих пор не берет. Наш грифер трубку не берет. Смотрите, а где звонки? Где гудки? Алло? 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас в тюрьме находитесь, да? Сервера? Да. Так, так, вроде, если не ошибаюсь, скайп твой был балабол 214-300, что-то цифры какие-то, да? Да, я... да, да. Вот, я тебе сейчас писал, добавил тебя, и все хочу спросить, за что тебя посадили-то? Грифер. Грифер? Да. И все? Да. А что ты, что-то собираешься делать, как-то решать вопрос? Да, наверное. Так. Смотри, ну здесь очень много людей пишут, что ты грифер вообще. Они прям тебя обсирают. Тебе это нормально вообще? Да пошли они. Идиоты. То есть ты их всех обсираешь? Ты их всех... Да. Ты их всех не уважаешь? Да. Вообще никак не уважаешь? Да, с чего их уважать-то? Дауны. Дауны. Хорошо. А как ты попал? Кто тебя посадил, не помнишь? Не помню. Но тут трудно запомнить, да? Там смотри, что в чате пишут. Просто ужас. Тут вообще дофига всех. А ты как вообще, в школе учишься? Да. В каком классе? В седьмом. В седьмом классе? Да. Да ты уже взрослый получается? Конечно. Так, смотри, ну давай тогда так. Мы тебя сейчас как бы... Ты же владелец сервера был, да, я так понимаю? И? Вон у тебя префикс грифер. Ну да, и чё? Так, я думаю, тебя надо тогда отобрать владельца сервера. Нет. Забанить тебя и... Нет. Бросить скайп и забыть про тебя, да? Не смей, нет. Даже не смей. А я не буду ничего делать, я просто жалобу на тебя отправлю. А, ну, отправляй, ничего не будет. Ничего не будет, ты уверен? Да, админ лошарок. Они не помогают никому, им пофигу на игроков. Почему ты так решил? Я уверен. Уверен? Да. Так, ну смотри, тогда... О, стой, подожди секунду. Чего? Так, я сейчас печатаю, сейчас, погоди. Грифер в тюрьме сейчас находится. Ага. Все, смотри, поддержка мгновенно мне ответила, что сейчас будут предприняты меры. Администрация зайдет на сервер, тебя забанят. А тут много игроков. Меня не найдут. Так, твой ник EBK. Все, тебя запомнили? Сейчас, секундочку. Нет. Так. Так. Опа. О, смотри, плеер-консоль банд эпика for грифер сервера. Чё? За что? Ну я не знаю, как мгновенно они отреагировали, ты заметил? Ты разбань! Я при чем здесь? Ты видел, как сервер мобильный? Жалобу убери, идиот! Жалобу убрать? Это надо, подожди, да. Это надо сейчас в группу заходить, там что-то, находить свой диалог, где там... Зайди-то, тебе не поленилось? Давай теперь заходи, это... Нет, ну я не поленился один раз так сделать, а дальше-то я уже не могу. Давай, заходи! Зачем? Ты хочешь, чтобы тебя разбанили, что ли, получается? Чувак, ты же напросишься. На что? Я же позвоню в банк, возьму кредит, куплю владельцев. Владельцев или владельцев? И перебаню весь сервер, владельцев. Зачем тебе? Я тебе, смотри, я тебя уже, точнее не я, у тебя уже отобрали привилегию, тебе больше не дадут, запомни. Я перебаню весь сервер, хочешь? А зачем? Что ты хочешь сделать? Перебанить весь сервер. А для чего? Тебя же заблокируют просто. И чё? Зато мне радость будет. Ну и сколько ты хочешь владельцев накупить? Ну, штук 100. А-а-а, это ты мощно придумал. Вообще. Ну, смотри, ладно, раскрою тайну. Я главный на сервере. Хорошо, я раскрыл тебе тайну. Я отобрал у тебя привилегию, я тебе все отнял. Я весь сервер перебаню. Ты не перебанишь мой сервер, потому что я тебе опять отберу привилегию. Ты сейчас напросишься. То есть ты хочешь прям крашнуть мой сервак? Да. А... Смотри, вот я тебе так объясню. Вот есть жопа большая, да? Понял, да? А есть ты. Еще. Есть ты. Ты можешь пойти в жопу большую. То есть ты же... Не могу. А ты... У тебя ноги есть? Есть. Есть? Ну иди в жопу тогда. Нет. Я, наверное, тогда сбрасываю скайп. Нет. Ты бесполезен, бездарен и... Ладно, давай. Нет. Чё нет-то?
Ну ты никак даже не хочешь вину свою искупить там, ты... Ну все, тебе хана. Я звоню куда надо. Да? Звонишь куда надо? Давай, посмотрим, кому ты звонишь. О. Ты кому звонишь? Реально звонишь. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, вы позвонили в Сбербанк, слушаю вас. Дурак, что ли? Можно кредит взять? С какой целью вы позвонили в наш банк? Взять кредит. Для каких целей вы берете кредит? На бизнес. На бизнес? На чей имя вы берете кредит? Кира. Продиктуйте, пожалуйста, номер карты. 48. Ты что, дурак, что ли? Писали? Да, в размере какой суммы вам необходим кредит? Ты дурак? 80 тысяч. Ты дурак? Хорош. Секундочку. Хорош, дурак, дурак. Хорош, прекрати, я тебе... Ты дурак. Эти платеж сейчас поступит на номер вашей карты. Хорошо. Ты 80 штук. Зачем? Ты дурак! Это же не твоя карта. Кто такая Кира? Это моя мама. Ты дурак, зачем ты взял? Ты зачем? 80 штук. Куда? Куда 80 штук? Ты чё? Виталя, скажи ко мне, почему ко мне пришла смс-ка, что на моё имя взять кредит 80 тысяч? Я их хочу на Майнкрафтом потратить ради админок. Каким образом ты вообще смог взять твое имя? Виталя. Ну мне бы не дали, у меня паспорта нету. Виталя, ты мне надоел уже со своими играми. У меня уже зла не хватает. Я у тебя отберу все компьютеры. Я у тебя отрежу все провода нахрен. Да не надо, мама. Ты серьезно говоришь? У меня сил уже нету больше терпеть все это. Да не надо. Что я тебе сказала? Ну мама. Что я сказала? Вырываю наш... Виталик! Виталик! Виталя! Виталий! Алло! Почему замолчали? Почему? Не слышу. Сейчас, может, у меня с динамиками что-то. Алло! Виталий вроде его зовут, если не ошибаюсь. Почему пропал? Стойте, в скайпе связь есть, полосочки стойте, не зеленые. Желтые полосочки. А что с ним? Неужели мама вырвала провода, ему реально там что-то с ним сделала? Но он в скайпе со мной сейчас. Он в скайпе. Алло! Я не понимаю, куда он делся. Но он со мной в скайпе. А, вот, все, слышали? Скайп сбросился прям. Скайп сбросился, это значит, у него со связью проблемы или что-то там еще. Значит, мама ему перерезала все провода вообще. Охренеть. Я вообще... Зачем он взял кредит? У меня другой вопрос. Как ему дали кредит? То есть он продиктовал, получается, номер карты, ему выдали кредит на имя. Типа, она в системе зарегистрирована. Карта есть, типа, и там имя указано. Что-то я не понимаю вообще. Как так вообще? Как сотрудница Сбербанка... Ей влетит вообще. 80 тысяч на карту перечислили. 80 тысяч. Я вообще в шоке. Мне жалко просто. Жалко деньги. Жалко маму. Вообще жалко всю эту семью за этого грифера. Ужас какой-то вообще. Просто. Я прям расстроен. Все, ребят. Я расстроен. Ставьте лайки. Заходите на сервер. И... Мне жалко 80 тысяч рублей, которые взяты в кредит. И то есть она даст уже не 80 тысяч, а больше, наверное, все 100 там же проценты. Спасибо всем за внимание, всем пока, я расстроен. Друзья, обязательно должен сказать, что вы можете получить любую привилегию на сервере SergiCraft абсолютно бесплатно. Для этого нужно прислать всего лишь одну команду free. И здесь вы можете увидеть способ. Это либо донат за время, либо донат за убийство. Донат за время вы можете получить VIP, админ, основатель. Вам нужно отыграть определенное количество минут, часов, и вы получите привилегию, ничего не делая абсолютно. Второй способ — это донат за убийство. Вам нужно убить 20 человек, и тогда вы получите кейс, бесплатный кейс от сундучка, и вы сможете получить привилегию абсолютно бесплатно, либо VIP, либо премиум, креатив, админ, супремин, либо основатель. У основателя очень большой шанс выпасть 90%. Для этого нужно убить 20 человек. У меня уже есть 11 ключей, осталось всего 9, и я получу бесплатный кейс. Поэтому заходите все, получайте бесплатные админки, привилегии, абсолютно бесплатно, IP в описании ролика. Мы не могли об этом не сказать, потому что это наш плагин, наша разработка. Всех ждем, заходите, прописывайте команду и играйте.